Groovy. Всем хай! С вами Ютон, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Poppy Playtime Chapter 2. Что это значит? Что это значит? А, новая лестница открылась. В шлепневаги будем играть сейчас. Нам осталась еще, получается, эта игра и вот эта. Статуи называется. Я не знаю, насколько долго займет это время, вот эта конкретная игра, может быть, на целый выпуск. Может быть, я смогу за один выпуск, погодите, Grab Pack Storage, хранилище Grab Pack'ов. Может быть, я смогу за один выпуск все посмотреть сразу, до конца. Не знаю, насколько длинный этот эпизод. Офигеть, здесь куча этих Grab Pack'ов. Окей, но мы ничего не можем взять, просто нам показали, что тут целое хранилище, целый склад. Вот, это было в трейлере тоже. Сейчас нам нужно будет бить по Хаге. Эй. Да. Добро пожаловать в шлепневаги. Этот продвинутый тест разработан для проверки вашей реакции. Для выполнения этого теста вам будет предоставлен грэббэк. Вокруг вас 18 специальных отверстий. Очаровательный игрушечный Хаги-Ваги может появиться из одного из отверстий. Если он появится, ударьте его с помощью грэббэк. На этом все. Удачи. А говорили же, что грэббэк может случайно оторвать голову. Именно это сейчас произойдет? Раньше к игрушкам в этой игре цепляли специальные тросы, чтобы их тянуло назад, если они подбирались слишком близко к детям. Веселись. Я чувствую себя так, как будто бы за мной ГЛаДОС наблюдает. Где ты? Все, уже началось. Слышу. Я слышу. Ой, тут целая куча! Я попал. Блин! Так, свали! Где еще? Не вижу. Как темно здесь. Вон! Свалил. Еще один. Очень плохо их видно. Хорошо, этого я заранее увидел. Отлично. По этому шуму непонятно, как близко они к выходу. Где? Свалил. Оп! По-моему, попал. Нет! Кстати, наверное, вам на монтаже гораздо лучше видно, поскольку я сделал светлее. Мне же как-то совсем плохо. Где? Тихо! Это дети Хаги, они все живые же, эти игрушки. Вот тот чувак Бонзо, кролик, который был в прошлой серии, он же, она сказала, хочет поесть. Он давно не рвал на части и не жрал. Пожалуйста, где еще один? Вот. Не знаю, там есть или нет, на всякий случай пульном. Оп, сюда, тихо! Свалил! Я думаю, надо просто идти по кругу и всех дубасить. Тихо, нет, не выходи, стой, стойте, и не попал по нему. Где еще, вот. Ладно, пока неплохо справляемся, вроде бы не так супер сложно, просто плохо видно. К этому надо привыкнуть, научиться различать их в темноте. Где эти? Меня убили! Да как же так? Произвол? У меня все еще есть планы на тебя. Поднимайся. Это говорит Поппи. Ничего, ребят, во второй раз точно получится. Сейчас мы уже почти у цели. Я чувствую, что мы сейчас победим. Бывают участи похуже смерти. Вставай. Окей, сейчас идет все аккуратненько. Мне кажется, даже сейчас получится. Вроде как должно получиться. Так, свалите. Ну, пожалуйста. Очень много. Успеваю? Вроде успеваю. Давай, немножко осталось. Я чувствую, как немножко осталось, потому что ну, уже совсем их много. Где? Нет, не рычи!
И ты уйди. Быстрей. Нет! Давай! Есть! О, был на грани! Я был на грани! Я такой... такой жопе! Есть! Ты справился. Ура! Мамочка очень тобой гордится. Держи. У мамочки для тебя очередная подсказка. Ты гонишь, ты не гордишься мной. Но она честно следует правилам, на самом деле, которые она сама же установила. Итак, смотреть. О, это еще будет как пазл, да, получается? Ладно, потом разберемся, когда уже... Что? Всего одна игра осталась. Печалька. Мамочка надеялась, что ты останешься тут навсегда. Хотя ты всегда можешь передумать. У меня есть одна догадка. Мы же видим, что это все тестовая камера. И, значит, ученые кого-то здесь испытывали. И сейчас испытывают нас. Возможно, выяснится в самом конце, что мы тоже игрушка. И мы как бы являемся идеальным телом, идеальным сосудом для того, чтобы наполнить его жизнью, возможно, жизнью той самой дочки Людвига. Как там было? Эллиот Людвиг. Да-да-да, мы помним, в трейлере это было. Что? Я не могу зацепиться. Как так? Это же было в трейлере. Погодите, давайте запрыгиваем. А сейчас? Ну-ка, давай еще разок. Блин. Возможно, по перилам нужно... Точно. Что это? Это я собрал. Есть! Прыгаем. Нет! И не покоцался? Они убрали коцание от падения? Видимо, эта механика просто не работала так, как надо, не нужна была. Да что происходит со мной? Евгений не может никак забраться нормально. Давай. И... Теперь давайте раскачиваемся. Там. Мы же можем раскачаться. Отлично, котик. Нажми кнопку, чтобы покормить меня! Давай! Покорми еще! Еще дать? Больше! Больше конфет! Ну ладно, больше никаких конфет! Точно? Я объелся! Я сказал, хватит! Ну-ка, погодите! Прекрати! Жри! Кто записывал все эти реплики? Что это? Что это? Железная дорога. Отлично. Это что? Если показалось, что это елочка. Надо будет соединить потом. Но в целом, вот эти реплики как бы наглядно, мне кажется, продемонстрировали для детишек, что переедание это плохо. Сюда нам не нужно. А куда же тогда нам нужно? Получается, куда-то сюда-то. Дверь откроешь? Нет! Реально? Хаги снова здесь! Дружище, я скучал! Это Кисси Мисси! Давай, открывай, пожалуйста! Хотя не знаю, нужно ли мне это? Ты же за мной погонишься! Она знает, как работают рычажки. Мне очень жаль говорить, но Хаги кажется мертв. И думал, что мы ее увидим.
Это ее функция? Ее сюда просто позвали, чтобы она открыла нам дверь? Ее взгляд был очень неприятный. Какой-то бездумный, но в то же время смышленый. Что это? Боже мой, я знаю, что происходит здесь, походу. Я, блин, знаю, что здесь происходит. О, у нас будет поездочка, ребят. Ой, неприятно. Итак, мы видим буги-ботов дохлых. Мы видим коробки из-под игрушек в крови. Скорее всего, вот эти существа, Хаги-Ваги, Киси-Миси и все остальные большие игрушки, им нужно есть, и они едят маленьких. Здесь как будто некая экосистема своего рода образовалась. Пищевая цепочка сформировалась. Смотрите, нам нужно, получается, Барри. Нам нужно взять это и тащить за собой. Вот сюда. И Миси не придет больше? Хм. Надо каким-то образом этот рычаг дернуть. Вот сюда, что ли, пойти? Нет, погодите, мы же отсюда пришли. Хорошо, давайте еще раз посмотрим. Вот мы сделали. А, и сразу... Оу. Оу. Что-то мы не так сделали, да? Тащись сюда. Можно ли тащить? Нет, в эту сторону уже нельзя даже тащить. Соответственно, бежать сюда тоже не получится. Давайте подумаем, каким образом нам... А, все. Естественно, все же просто... Вот так пошли. Нам надо было встать вот сюда. Боже ж мой. Можем забрать? Мы можем забрать. Вот как это делается. Это я наобум, если честно, сделал. Давай берем. Давайте сделаем вот таким вот образом. Сейчас. Оп. Сразу подвинем. Прям вот до упора. Забираем. Вставляем. Теперь у нас есть вот здесь какой-то проход. Что-то важное будет, судя по всему. Но я же ничего не вижу. Это мы где выйдем? Это мы где оказались? О! А зачем это нам? Ага. Мы, по идее, должны были сразу использовать. Ха, я понял. Мы как бы сразу используем, наверное. Да или нет? Я не понял. Не понял, почему вот так здесь, но... Давайте просто откроем еще разок. Пойдем в эту сторону, посмотрим. Здесь что-то тоже... Оу. Окей, возвращаемся обратно. Вот сюда пойдем посмотрим. Тут мы не были еще. Ага, здесь мы просто возвращаемся сюда. Короче, нам нужно будет также перетащить, получается. Перетащить энергию с одного места на другое. Забрать! Быстрей! Оп! Да давайте же сразу и сюда еще. Че мы включили? А, здесь надо сразу две. Нам надо вот это открыть. Погодите, кассета! Мы, получается, одну кассету только не посмотрели. Вот там вот. То ли зеленого цвета. Нет, какую-то кассету мы не посмотрели. Синяя. Стоп. У меня же была еще одна кассета. Ладно, не суть. Надо еще вот это вот открыть нам. Не, давай сначала посмотрим кассету. Джек Септика! Блин, как завидую ему сейчас. Ничего, если я сниму это. Нет, сэр. Вот и чудненько. Что ж, Маркус, что случилось? Понимаете, я шел домой в тот день,
А потом осознал, что забыл свой чертов бумажник в кафетерии. Короче, я пробегаю через лобби и вижу кошелек. Лежит под воротами в корпус инноваций. И что ты сделал, Маркус? Ну, я решил, что просто возьму свой кошелек. И? В общем, тянусь я к кошельку, а сверху свесились челюсти сами по себе. Напугали до усрачки. Я думал, что я там один. Короче, я взглянул под ворота, и огромная чертова штуковина бродила в коридоре. Штуковина? Ты уверен, что это был не человек? Да какой там человек ростом под 15 метров с ручищами и ножищами? Маркус, это маловероятно. Может быть, ты просто увидел группу людей, проходящих мимо? Это были не люди! Ясно? Я без понятия, что это было, но это точно не человек! Кому ты об этом рассказал? Помимо меня, разумеется. Только вам, сэр. Разумеется. Ладно, я распоряжусь, чтобы охранники просмотрели записи с камер. Что? Там огромный хренов монстр! Просмотром видео от него не избавиться! Следи за языком, Маркус. Мы делаем игрушки, а не монстров. А теперь иди с глаз долой. Хотя, сделай мне кофе. Хотя, неважно. С глаз долой. Это необычный сюрприз. Я единственное, что подумал, у него туннели в ушах. А там 91-й год, судя по маркировке. Туннели в ушах были в 91-м году или нет? Или я просто докапываюсь, наверное. Ну, в общем, прикольно, что чувака позвали. Это я просто завидую, да, вот все, я завидую, поэтому я докопался. Нет, на самом деле, очень прикольно. Я бы тоже поучаствовал в этой истории. Опа, забираем. Итак, нам нужно, короче, вот так сделать. А, все, я понял, используем. Быстрей. Тащим. Скорей. Ну, давай. А, все, не закрылось? Окей. Стоп. Стоп. Куда ты покатилась? Мне сюда забраться надо. Попробуем ее утащить обратно. Чуть-чуточку. Все, хана. А, мы можем даже так тащить ее. А, там, наверное, какой-нибудь секрет, который мы пропустили. А, видно. Нет, давайте не будем так тащить. И не будем так скидывать. Так надо скинуть. В этом наша задача. Эй. Блин. Так, обойдем. Надо теперь ее столкнуть все-таки. Напоминает Half-Life почему-то. Потому что там такой же был квест. Вы прям один в один. Окей, все, туда нам уже нельзя. Куча игрушек, которые были только что в этой тележке, погибли. Если предположить, что все игрушки здесь — это живые существа. Окей, прыгаем. Мне не нравится. Мне нравятся темные вот эти вот проемы. Мы выиграли? Мы выиграли здесь, в эту игру? Эта игра пройдена нами. Эта игра нами пройдена. Отлично! Отлично. Мы победили. Приготовьтесь к поездке. 3, 2, 1. Чух-чух! А это что такое? Можно схватиться за это? Нет. За нами никто не наблюдает. Ты как помни, как... Ой. Извините. В первой части мы могли видеть Хаги, наблюдающего за нами. Здесь мы не видим. Здесь все прямолинейно прям выходят и показывают, дают о себе знать. Ну-ка, погодите. Стой, еще раз. Держи. Открыто! Сейчас. Погоди, рычажок. Погоди. Мы должны зайти сюда и посмотреть... Вот оно как. Вот как выглядит введение кода. Мы просто меняем здесь цвета на те, что указаны. То есть нам даже не нужно будет ничего подбирать. Это удобственно. Итак, осталось последнее. Это статуи. Самое ответственное. И я думаю, это мы сделаем в следующей серии все-таки. Хорошего понемножку, да? На самом деле, мне реально очень нравится игра. Нравится вселенная. И хочу, чтобы ее дальше развивали. Надеюсь, что и вам тоже. И также надеюсь, что вам понравилось это видео. Поэтому ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Юджин. И всем пять!